Всем привет, друзья! Меня зовут Ким Денис, и сегодня мы с вами смотрим на очередные проблемы, которые у нас случились. Это, соответственно, гарантийные истории. Вы, как поняли, уже канал достаточно такой самобытный, в формате такой уютности, про Apple, про случаи, которые случаются в магазине. В основном рассказываю сервисные ситуации, ну, иногда какие-нибудь обзоры делаю. Вот последнее видео, где я восьмерку показывал, я, кстати, заболел, у меня голос немножко такой не очень. Кстати, да, я вот заболел, у меня солнце выдернули на работу. Я просто занимаюсь сервисным обслуживанием у нас телефонов гарантийным. И, соответственно, вот видео о том, что какой-то, знаете ли, массовый брак у Apple на 7 Plus и 7 наблюдается. И какие-то общие черты сейчас будем проводить. Суть в чем. Сегодня утром, рассказывает мне менеджер дежурный, да, в магазине, приносят iPhone 7. iPhone 7 золотой, которому всего, образно говоря, там, ну, по-моему, недели ему, да. То есть люди купили и, в общем-то, сразу обнаружили проблему. И по заверению клиента, потом мы, соответственно, тоже протестировали и это обнаружили. Это у нас, соответственно, вот такая вот ситуация. Треск на линии собеседника, шум. То есть это проблема, соответственно, в микрофоне. То есть микрофон. Мне тоже звонили, мы тестировали эту связь. Когда звонишь и с кем-то разговариваешь именно по голосовой связи, неприятные шумы, как будто, знаете, человек засунул телефон в море, которое волнами накрывает. То есть такой реально шум моря и какого-то как будто вот в воде, он бульк-бульк вот так вот. И этот шум постоянно на протяжении всего разговора. Причем, знаете, какая ситуация получается? То есть, когда звонит человек, он первые 2-3 слова нормально слышно, а потом начинается полный трэш. Это вот, собственно, первый аппарат. И второй аппарат, вы не поверите, буквально прямо через несколько часов приносят люди, которые купили его буквально там несколько дней назад. Это тоже 7+, и тоже, кстати, на 128, что характерно. Здесь попроще описана проблема. Давайте я вам вот так покажу. Плохо слышит собеседник. Но сама диагностика, она показала, что симптомы, что у одной телефошки, что и у другой, абсолютно одинаковые. И тут, знаете, что могу сказать? Что это телефоны, в общем-то, из одной партии, которые поступили в магазин. Да? Хочу сказать следующее, что у Apple наблюдается брак комплектующих определенных. А именно микрофоны в 7+. Но могу сказать следующее, что буквально 2 недели назад я также обслуживал телефон, отвозил в официальный сервисный центр. Семерку, тоже золотую, тоже на 128, но обычную семерку. То же самое проблема, ее полностью поменяли, выдали новый телефон в официальном сервисном центре. В течение там 3-4 дней, кстати, это произошло. Посмотрим, что будет с этими телефонами, тоже запишу видеорезультат, что там скажут. Но сам факт, что это уже третий телефон за месяц, то есть не за календарный месяц, у нас сейчас 2 октябрь, а то есть за сентябрь-октябрь. То есть вот буквально там за 20-25 дней это третий телефон именно из линейки 7+, именно с памятью 128 и именно с белым передником. Я ни к чему, да, не клоню, не делаю никаких выводов, но, в принципе, они напрашиваются сами. То есть, именно дефект наблюдается на телефонах с 128 памятью на бортах, и с белым дисплеем. Вот так. Поэтому аккуратнее покупайте телефоны, смотрите. Не знаю, с чем это связано. Может быть, Apple перешли на производство 8 и производство 7 ухудшено. Ничего не могу сказать, но вот проблема есть. Люди покупают телефон, через несколько дней его приносят, у них такая вот ситуация. Что ж, телефоны гарантированы. Отвезем их завтра в сервисный центр и результат обслуживания тоже запишу, расскажу, покажу, что получилось.